еще покажу, что я принесла из лесу и как оно у меня растет. Это значит вереск сиреневый. Я его посадила в кислую почву для хвойников и окружила живым мхом. У меня вот в таком кашпо. На дне водичка. Вереск очень он такой кислолюбивый, любит кислые почвы, очень плохо растет в домашних условиях. И вот такую я еще сделала композицию тоже. Это тоже вереск, это уже белый вереск. Это клюква, там везде есть корешки. И также живой мох, все это посажено. Вот так вот стоит. Не знаю, сколько проживут у меня эти композиции и будут ли они жить вообще, но я постараюсь. Следующее, что у меня есть, это живой мох, сфагнум. Часть я положила в 3-литровую баночку, на дно которой я наливаю водички, и прикрыла крышкой. Почему? Потому что если без крышки, быстро испаряется влага и мох высыхает. А так он у меня уже очень классно зазеленился. Накрываю крышечку, ну и вот так вот. Там есть отверстие. В банке ему очень нравится. Не знаю, насколько его хватит, будет он там расти или нет, как ему понравится или нет. Посмотрим, время покажет. Поливаю я отстоянной водой. Стараюсь, чтобы она была очень-очень мягкая. Может быть, я даже в воду буду добавлять торф. В каком-то из своих видео я рассказывала, что торф смягчает воду. Ну, и, конечно же, ее немножко подкисляет и как подкормка. И удобрений нельзя никаких использовать для мха. И следующее. Следующая конструкция – это просто бутылка, в которых я проделала отверстие, сделала такое вот окошко, через которое я все это все и засовывала туда. Я его принесла из лесу, он был вот такого вот белого, однородного цвета. Когда я его повместила в бутылку, он зазеленел, то есть влаги ему достаточно, и он начинает рост. Видно разницу. То есть возьмем тут, он тоже светлый, но он тут сухой, подсохший, ему тут не хватает влажности. А в банке и в бутылке он себя чувствует нормально. Я вижу, что он очень таки зелененький. Вот такой живой мох сфагнум у меня будет расти. Все, всем спасибо за внимание. С вами была Ирина. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Пока-пока!